не видели ни один раз. Я кто-то тут пришел из сказки. Я вас в сказку могу забрать с собой. Пойдете со мной в сказку. Смотри, девятое царство. Говорят, ты в садике материшься, да? Я говорю, пиздец, блядь.找个完整版。А вот это деду не нравится, вот это банка прилетит тебе, дружочек. Блять. Да я вообще нечаянно это увидел тогда. Я что-то зашел в рюкзак, знаешь, бывает такая херня. Ну, ударишься на кочке, блядь, и лечиться залезешь, там что-то смотришь, ну, чуть-чуть, блядь, крутится в глазах. И так это я увидел. Я сначала думал, как это, блядь. Придет время, избранные спасутся. Монолит даст им совершенство. Никому не верь, кроме Монолита и братьев твоих. Никому. Враги близко. Такова воля Монолита. Монолит, почему ты оставил нас? Мы плачем. Мы ждем. Монолит, твои дети ждут тебя. Твою мудрость. Твою силу. Твой свет. Не, сейчас там круче было это шалавы. Да. Я же записываю видео, серия «Будни Монолита». Это что? Контент надо. Шалавы потные кивали, камбрину с Костя их водил, у всех бендюжников вставали, когда в пивной он и водил, так пойдет. Синеет глаз за плыфингалом, все двоится и плывет, над Константин берет гитару, и пьяным голосом орет, о, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но все шлюхи с улицы Пересы обожают костюм моряка. Концерт окончен.